подарка мне это. Есть. Есть. Первая любовь, как светлый мотив, жажда идей, поколение. Козёл! Республики Федерация Ушу Республики представляет с 27. Блин, повезло. Страны очередного транша финансовой помощи. Анастасия Юрьева, служба информации. Винам FM 99.6 в Москве. Реклама. Читайте в журнале «Профиль». Удастся ли Кремлю нейтрализовать оппозиционера Алексея Навального? Российские чиновники саботируют антикоррупцию.
Натяжные потолки заполнены 34-00-43. Весь июль меняй старую технику на скидку до 5000. Плиты, стиралки, холодильники, встройка с отличной экономией по обменам. Курс обмена... Никто не делал, ну просто никто не даже в голову не могло прийти для того, чтобы... Аккуратно. Блин, мы едем, короче, где это? Мира, говорю, Льва Толстого, тут пробки же пиздец, поэтому... О, мы звонили, хотели куда-нибудь, типа, сходить. Блять, сука, вот. Чё не можешь? Понятно, ну ладно, тогда. Да куда-нибудь на речку, я не знаю. Прикинь, что он делает, долбоёб? Что ты делаешь? Мне понравилось, как они едут. Газетная машина. Слышишь, Влад? Знаешь, где этот долбоящер едет? Вот дорогу же делают, да, где этот? Он посередине хуярит. Тут мы едем, как этот, как фишки, блядь, туда-сюда, вправо, влево. Блять, вряд ли, до этого на дорогу заехал, и мы вот сейчас едем, а теперь, блядь, бежим. Все на нас смотрят как-то долбоёбы. Да, мы как на этом автодроме, блядь. Одну сбил, скажи. Нет, одну сбил, короче, фишку. И не долбоящер, а. Пиздец, вот мы одна единственная машина, сейчас нас гайры какие-то тормозну, блядь, и захуярит, блядь, штраф. Нет, я не могу. Бля, здесь не пройдем, наверное. Я не могу, он меня убивает. Давай вправо уже, Саш. Мы уже приехали.